Добрый день, дорогие друзья! Это у нас следующая книга для чтения. Я вас ознакомлю с Христоматией для младшей группы. Посмотрите, она составлена с учетом требований ФГОС дошкольного воспитания образования. Это библиотека детского сада. Здесь яркие картинки и собраны все произведения, которые рекомендуются для младшей группы. Смотрите, и сказки, и рассказы, и стихи, картинки такие. Вот здесь в конце у нас оглавление. И, как всегда, я буду читать по порядку одно за другим произведение. Наш любимый детский сад, русские народные песни, потешки, сказки, сказка за сказкой, времена года, любимые праздники. Вместе весело поем. Увлекательное чтение. Вот такая интересная книга. До следующей встречи. До свидания.